Ну, здорово, господа, мы вернулись в ARK, и это у нас обзор Tech Seudel. Ты уже видишь вдалеке, что у нас что-то блестит, что-то светится, и да, ты правильно понимаешешь, что это тапка в седле. Seudel на самом деле не так много в игре, на данном этапе их всего три. Это тапка, это мегалодон и это мазозавр. То есть вот мозика недавно добавили, и мне сразу же в комментариях везде начали писать: сделай тег седло на мозика, покажи что, как, почему и зачем. Сегодня мы с тобой посмотрим и начнем мы, естественно, с тапка, потому что тапок у нас самая, наверное, одна из самых популярных живок, которая умеет летать. Популярнее, скорее всего, только грифон, но грифон, к сожалению, по уровню не всем подходит, не все могут им овладеть. Итак, вот у нас тапочка. Черная мамба звать, вот так вот выглядит. То есть смотри, у нас получается светящиеся такие крылья, то есть у нас железный скелет, это, как бы сказать, даже экзоскелет. Потом у нас идут такие вот хамелеонистые вставочки. Они не прозрачные, как хотелось бы. Хотя казалось бы, что они прозрачные, но вроде как не особо. Или что-то просвечивает даже немножко. И плюс есть вот такое вот некоторое подобие двигателей. То есть, если ты вспомнишь Человека-паука последнего, Возвращение домой, или как он там назывался, там у стервятника были такие вот движки. Вот здесь есть что-то, нечто подобное. Плюс также у нас есть защита, естественно, для наездника. И есть у нас защита для непосредственно самого тапки. То есть голова у нас также защищается. И смотри, какой глаз четкий, прям бешеный такой, красивый глаз. Привет, чувак, сейчас немножко не сейчас. Сейчас немножко не сейчас. Вот такая вот у нас тапочка, вот так вот прикольно летает. Выглядит на самом деле симпотно, то есть как бы вопросов вообще нет. К тег седлам единственная претензия, наверное, то, что они не нужны на самом деле. Тег седла не дают нам абсолютно ничего, то есть как обычное седло, то есть смотри, оно нам дает, естественно, броню 52-15, в зависимости от того, какое ты седло смог выбить себе в данже, хотя, опять же, они падают не 100%, то есть вероятнее всего придется несколько раз сходить в данж. Крафтятся они в пределах, я бы сказал, не особо разумных, потому что где-то 2-3-4 раза тебе, наверное, придется сходить все-таки для того, чтобы получить тег из элемента, для того, чтобы создать тег-седло. Бафов или еще как чего-то там тег-седла не дают. То есть формально это понт. Я бы не сказал, что это дешевый понт, это скорее дорогой понт. Почему? Потому что не так уж-то и просто себе раздобыть, скрафтить данное тег-седло. Особенно если ты хочешь его сделать, чтобы там брони было овер дохуя. Например, вот как мы дальше сейчас пойдем с тобой к мегалодону, на нем 250 брони, если я не ошибаюсь. Он у нас где-то должен быть... опа, заспойлерил мазозавра, нет... Мозика мы оставим напоследок. Где-то здесь должен быть у нас мегалодон. Вон у него плавник торчит. При эпических настройках графики, честно говоря, в воде становится хуже видно. То есть может быть и красивее, но гораздо хуже. Вот так вот у нас выглядит с тобой мегалодон. То есть это нечто такое робо-акула получается, да? То есть он как бы снизу акула, но сверху он нихера. Он чисто идет робот. Выглядит ли это прикольно? Слушай, ну на любителя. Я тебе скажу честно, мне не нравится, как выглядит мегалодон. Как сказал один из администраторов, железа мало. На самом деле железа не то чтобы мало, его фактически нет. То есть это плавник один верхний, и это верхняя часть на морду. Ну и плюс немножечко все-таки сидений. По бафам смотрим, дают ли нам что-то бафы от седухи. Да нихера они нам не дают, но зато дают 267 и 15 брони. Это в принципе уже неплохо. Выглядит это... Ну, повторюсь, что на любителя. Мне не нравится, как это выглядит. Давай мы сейчас с тобой всплывем. Вот так вот это выглядит. Если... Давай еще немножко. Во, вот так вот. Вот так вот вообще хорошо, наверное, да? Так, наверное, лучше будет видно, разглядеть. Что выглядит это такое себе. Ну, как бы, вроде как бы да, но нет. То есть, такая куча металлолома с какой-то блестящей, светящейся антенной. Я не знаю, я тебе скажу честно, я не одобряю. Это все хуйня. Также, что у нас, смотри, делаем альтернативную атаку номер 2. Не работает альтернативная. Батарейка, живи. Альтернативная атака номер 1 у нас также не работает. То есть у нас не вылазят никакие пушки, ни лазеры, ни... ничего. То есть у нас нет ни бафов, у нас не появляется никаких-то там интересных приспособ из этого тека, то есть ничего. Точно так же, если мы сейчас с тобой присядем на черную мамбу, смотри, делаем альтернативную атаку номер 1.
это вот так вот альтернативная атака номер 2, это вот такая вот хуйня. Но на самом деле тапка умеет это делать и без тег-седла, поэтому сказать, что это что-то прямо-таки классное, не берусь. Ну и что? Ну, у нас мозик, наверное, напоследочек. Пойдем взглянем на этого мозика. А не удивляйся, почему так дергается мегалодон, потому что он вкачан у нас тупо в скорость. Давай мы, кстати, ему ошейник оденем, чтобы я его потом мог, если что, я его мог найти. Ой, как охуенно смотрится. Ну или так, да, пусть у нас такой радар будет, чтобы мы его не потеряли. Ну и пошли. Вот у нас мазозавр, хотел уже сказать мегалодон, но нет, это мазозавр. Железо здесь, конечно, на порядок больше. У него присутствует и шлем, очень хороший экзоскелет на голове. Так, давай мы на него сядем и немножечко всплывем, то у меня кислород заканчивается. Поплыли, он у нас не так сильно в скорость вкачан, поэтому он не будет так сильно дергаться. Ну, заодно посмотрим, как он выглядит, в принципе, вне воды. Хотя, не, подожди, еще в воде сначала посмотрим. Потому что все-таки это водяная живка, и в большей степени он будет присутствовать в воде. Так, давай взглянем. Естественно, это у нас шлем. Очень хороший, мне прям нравится вот этот жесткий экзоскелет, который у него одет на голову непосредственно. То есть у него, видишь, есть такие как бы вставки, пушки, которые у него уходят справа и слева от глаз. Ну, точнее, справа и слева от головы на уровне глаз вот они находятся. Также у него есть железный такой клюв. Офигенно смотрится. У него шипы сверху, снизу. Также у него шипы идут вдоль спины. И есть защитное покрытие, я его буду так называть. Естественно, на передние ласты. На задних ластах у нас только крепеж, типа, чтобы это тег-седло не свалилось. По факту, опять же, если мы сейчас с тобой его оденем и поплывем мы с тобой, наверное, на вот сюда, вот на сушу, хотел сказать наружу, но не наружу, а на сушу. Так вот как-нибудь. Вот. Ну, угрожающе выглядит в любом случае. То есть вот что-что, а вот мозазавр мне на самом деле очень нравится. Если тапка, она больше такая скоростная, мегалодон больше бомж, то мозазавр, он прямо вызывает такое некоторое почтение, уважение, что ли. Слушай, а у нас закат, что ли, начался? Почему так темно стало? Да, слушай, у нас закат. Давай мы с тобой день включим. Так, день вперед. Сейчас у нас ночь быстренько. Во! Вот так вот хорошо, но его все равно не видно немножко. Его можно было бы телепортировать на сушу, но он достаточно быстро сдохнет, и терять мозика просто так не хочется, если честно. Вот, опять же было сказано одним из администраторов, что очень мало железа. Ну, здесь я немножко не соглашусь. Почему? Потому что мало железа у него получается по факту только снизу, где брюшко, и сзади, где хвост. И то вот есть у нас некоторые такие шипы на спине, что придают ему немножко внешнего вида. По бафам. Опять же, бафов у нас абсолютно никаких нету. То есть мы можем сюда перейти во вкладку бафы, то мы видим только баф от цепи, от нашей золотой. По альтернативным атакам, альтернативная атака номер 2 не работает вообще никак. Альтернативная атака номер 1 не работает совершенно никак. То есть единственный способ, что он у нас умеет, это, естественно, кусать. То есть то, что он умел до этого, он это и умеет делать. Больше, к сожалению, ничего. Опять же, тег дает нам только понты. В данном случае прямо, я даже сказал бы так, что оправданные понты весьма-весьма неплохо смотрятся. Вот, что еще я могу тебе сказать по тег-седлам, это то, что их больше нет. Должны быть, обещались, выкатить должны были на Рекса, точно, на Раптора, еще там на Бронта, кстати, по-моему, вроде бы как, на Мамонта. Это все будет, естественно, наверное, в дальнейших данжах. На данном этапе у нас всего 3 седла, если я ничего не путаю. Если я путаю, то ты меня, конечно же, поправь. Вот, ну и на этом, наверное, все, ребят. Мы с вами посмотрели практически все по тег-снаряжению. Мы построили с вами тег-базу. Давай мы сейчас, кстати, не летанем, она тут, слава богу, у нас находится рядышком. Мы с вами просмотрели тег оружие, тег винтовку, тег доспех с тег щитом. Мы с вами просмотрели, опять же, все тег седла. Ой, как все тормозит-то жестко. Это все онлайн. К сожалению, на сервере, да, бывают такие затупы, но опять же, я играю на эпике. Так, ты садись тут. Все, молодец. Так, тут здесь у нас тег структуры различные. То есть, по факту, все, что было по теку, мы с тобой уже посмотрели.
Если ты что-то пропустил, то, пожалуйста, перейди внизу в описании в плейлист с игрой. Там можешь посмотреть, что у нас было по теку, чего у нас не было. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавай их в комментариях. Ну а мы будем ждать дальнейшего обновления. Надеюсь, что оно будет стоящим. Все-таки, как-никак, Арк достаточно интересная игрушка. К сожалению, рабочие и разработчики, наверное, другого мнения. А на этом у нас все. Если интересно, подписывайся. Жду тебя в комментариях. С тобой был Роман и канал Фрисов Геймс.